Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Анзор Баташев посетил крестьянско-фермерское хозяйство Алика Байрамукова, где ознакомился с ходом уборочных работ. О каких нацпроектах рассказал министр и какие программы поддержки сельского хозяйства реализуются, расскажет Карча Биджеев. КФК Алика Байрамукова является одним из крупных растениеводческих хозяйств республики, которое ориентировано на выращивание пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2008 года и признано Минсельхозом России лучшим свеклосеющим хозяйством страны. У фермера в нынешнем году обрабатываемая пашня составила 1760 гектаров. Из них 800 отведено под пшеницу, 560 занимает кукуруза и 400 сахарная свекла. Из техники в наличии 6 комбайнов и 12 КАМАЗов. Министерство сельского хозяйства помогает. Ну, и вот в этом году они оказали поддержку свеклосеющим хозяйствам. Я получил субсидию, вот эти деньги, конечно, свою роль играли. И урожайность, и насыщенность для покупки техники. Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии оказывает государственную поддержку в виде субсидий в рамках ведомственной целевой программы, разработанной по поручению главы республики. И для того, чтобы себя как-то защитить, Минсельхоз предлагает аграриям страховаться, развиваться и провести мелиорацию. Министр отмечает, что у них есть возможность поддержать такие хозяйства. У нас есть возможность поддержать такие хозяйства, которые страхуют, возместить у них расходы на страхование до 50%, а также поддержать их, если они будут проводить мелиоративные работы, до 70% возмещения расходов. В настоящее время Алик Аскербиевич готовил проект, будет защищать экспертиза. Как проведет экспертизу, естественно, мы будем как-то пытаться поддержать именно в части мелиорации. Как отмечает Анзор Баташев, в нашей республике есть множество разных программ, в том числе и развитие малого и среднего предпринимательства, экспорт продукции агропромышленного комплекса. Имеется возможность поддержать сельхозтоваропроизводителя. Это льготные кредитования, возмещение затрат по логистике, приобретение специализированного оборудования, новая программа на стимулирование зерновых культур. В конце своего визита министр вручил фермеру Алику Байрамукову почетную грамоту за многолетний добросовестный труд с пожеланиями процветания, хорошей погоды и урожая. Карча Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.